Продолжаем движение в сторону Екатеринбурга. Находимся в Кировской области. До Кирова примерно километров 70. Два слова о месте ночевки. Мне понравилось. Во-первых, тихо. Дороговато, правда, стоянка с маленькой машиной 100 рублей. Дороговато, но вот. Главное, тишина и спокойствие. В кафе очень богатый ассортимент блюд, но что хорошо, готовили, скажем так, на глазах, что ли, полуфабрикаты были, да, готовы, а горячая обработка уже была непосредственно. Очень дешево. Порция манты взял 8 штук. 150 рублей. Ну, считаю, очень дешево. Вот. И окрошка 50 рублей. Окрошка тоже довольно-таки вкусная. То есть вполне можно остановиться на привал, на ночевку, на прием пищи. Значит, подводя итог вчерашнего дня и немного сегодняшнего дня, значит, следующий. Пока самая плохая дорога была в Костромской области. Пока. Потому что до Перми еще далеко. И говорить за всю дорогу Кировской области не буду. Но дорога хорошая. Дорога хорошая. Местами очень хорошая, это факт, пока. Значит, видно, где-то был проведен ямочный ремонт, местный такой ремонт. Но ремонт сделан, скажем так, качественно, потому что место стыка не чувствуется, проезжаешь, и незаметно, что по отремонтированному участку местами полностью заменено полотно дороги. Разметка. При
железнодорожная обочина. Значит, трава скошена, подстрижена. Мне это нравится. Это плюс Кировской области. Ну, минус. Я ведь не могу без Яра. Значит, минус какой? Пока Кировской области на всем участке самый дорогой бензин. 36, на Лукойле 36.40. Это самый дорогой бензин. Самар в этой в Костромской области и в Ярославской бензин стабильно 34.40, я имею в виду 92-й. Где-то даже в Костромской области на одной заправке видел цену бензина 32 рубля 20 копеек. Несколько минут тому назад по радио передали, что в Кировской области назначен новый губернатор. Фамилию не запомнил его. Так что, кировчане, поздравляю вас с новым губернатором. Надеюсь. Thank you.
We'll be right back.
от границы Костромской областью до Кирова, до города Киров, дорога хорошая, местами просто отличная. Разметка и ровная, без колдовин. Местами положили новое полотно. Местами сделали, как говорят, ямочный лыжи, ремонт. До Кирова хорошее и отличное. Объездная Кирова, конечно, конечно, требует более пристального внимания. И изношенность дорожного полотна, и долбит на стыках. Город Киров не заезжал, опасаясь попасть в пробки. Вот. О дороге в городе ничего сказать не могу. Но объездная дорога, конечно, на троечку с натягом, на троечку. Это моя чисто субъективная оценка, вот, мои личные внутренние критерии оценки и убеждения. Объездная дорога. Обычно на объездной дороге очень много, или очень сильно развита инфраструктура в большинстве городов. Магазины, рынки, все, что хочешь. Заправки здесь, ну, короткая объездная, поэтому короткая очень объездная, короткая, поэтому более конкретные такие объективные выводы делать не могу. Так, до Перми 500 километров. А так, дороги в Кировской области, вот, по крайней мере, до Кирова, лучше, чем Костромской области. В Костромской области сделать тоже вот, заменить полотно. Просто замечательно было бы. Ну вот сейчас начинается участок от Перми, вернее от Кирова до Перми. Кировская область. Киров объехал по объездной. Так, Киров
обошел по объездной. Объездная, конечно, желает лучшего. Сейчас почти короткие, но объездная в Кирове. Так, на троечку. Двигаюсь в сторону Перми. Расстояние до Перми примерно 100 километров. Об этом на церемонии открытия 129-й сессии Международного олимпийского комитета заявил президент организации Томас Бах. Вопрос участия российской команды в играх 2016 был поднят после публикации доклада о независимой комиссии. Так допустили наших или нет, блин? Во главе с Ричардом Макларном, в котором власти России были обвинены в пособничестве с допинговым нарушением. Однако исполком МОК не стал отстранять всю сборную, а от участия в Олимпиаде доверил права допускать российских спортсменов к играм Международным спортивным федерациям. Окончательный состав российской команды на Олимпийские игры до сих пор не сформирован. Между тем, спортивный арбитражный суд опубликовал на своем официальном сайте график рассмотрения исков, поданных представителями российской сборной на отстранение от участия в 2016. Это сделается над нашими ребятами. Федерация. В частности, сегодня должно быть принято решение о допуске к выступлению в Рио-де-Жанейро Ловцов Владимира Морозова, Никиты Робинцева и Юлии Ефимовой. Они подали иск Международной федерации плавания. Судьба Российской федерации тяжелой атлетики должна решиться завтра. На данный момент Олимпиада допущена около 270 наших олимпийцев. Окончательная заявка должна быть зафиксирована в спецкомиссии МОК до 5 августа. В этот день в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана состоится церемония открытия. Число госпитализированных в Салихардскую окружную больницу из-за очага сибирской язвы в Ивано-Ленинском автономном округе выросло до 90 человек. Об этом сообщила сегодня ТАСС, пресс-секретарь губернатора. Среди госпитализированных около 50 детей. В осеннем году подтвердился диагноз сибирская язва. От опасной инфекции скончался 12-летний ребенок, умерла также его бабушка, однако причины ее смерти выясняются. Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием пациентов, также принято решение проверить всех детей. Даже при отсутствии признаков недомогания. На минувшей неделе стало известно о массовом падеже оленя, сибирской язвы, погибли почти 2400 животных. В Ивановском районе введен карантин. По данным властей, причиной заражения оленей стала необычно теплая для крайнего севера лета. В течение месяца на Ямале держалась аномальная жара до 35 градусов. Со стоянки оленеводов эвакуированы более 160 человек. Следователи проверили информацию об использовании рабского труда на лесопилке в Буранске, но пока не нашли подтверждения данных о выдержании рабочих. Человека по имени Албек, якобы написавшего записку о помощи, среди работников тоже не оказалось. Об этом заявили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета региона. Ранее региональная МВД сообщила, что житель Тимосковного Земского нашел в стройматериалах, доставленных с одного из предприятий Братска Иркутской области, записку «Помогите нас, держат без воды и паспортов, тут нас много, Албек». Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. Полиция и следователи начали проверку этой информации при осмотре территории предприятия, а данные об удержании рабочих не подтвердились. Тем не менее, следователи продолжают работу, опрашиваются руководство и работники предприятия. 86-ю годовщину создания воздушно-десантных войск России сегодня отметит более миллиона десантников в нашей стране и за рубежом. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником, отметив, что десантники обрели мужество, самоответственность, с честью выполняют задачи по защите интересов государства. Как сообщили в Минобороны, в этот день среди менее воинских частях ВДВ будут проходить показательные выступления десантников, спортсменов, парашютистов, праздничные концерты, чествование ветеранов. В Москве торжественные мероприятия начались в 6:30, божественные литургии в храме Ильи Пророка, в 11 часов на улице Ильинка и на Красной площади начнется праздник Ильин день, день ВДВ. На Красной площади пройдут показательные выступления военнослужащих ВДВ и участников военно-патриотических клубов.
тихоокеанский тайфун «Нид» ударил по Гонконгу, парализовав жизнь в мегаполисе. Из-за непогоды там закрыли школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены торги на гонконгской фондовой бирже, сообщает ТАСС. Тропический ливень и шквалистый ветер с порывами до 158 км в час обрушились на город минувшей ночью. Местная обсерватория объявила 8-й сигнал штормового предупреждения по 10-бальной шкале. На международном порту отменено 156 и задержано 290 авиарейсов. В частности, отложен рейс аэрофлота по маршруту Москва-Гонконг и обратно. Из-за сильных волн остановлены оборотные сообщения, в том числе с Макао и прибрежными городами материкового Китая. По улицам города отменено движение двухэтажных автобусов и трамваев. Полиция штата Аризона арестовала супругов Брэнда и Бриэн Дейли, которые увлекшись игрой Pokemon Go, забыли на улице двухлетнего сына. По информации портала BuzzFeed, молодочник 5 часов пробил с инцидентом. Прочего мальчика на лужайке у дома нашли его родители, они позвонили в полицию. Прибывшие блюстители порядка безуспешно пытались связаться с родителями малыша по телефону. Через час супруги появились у дома и признали, что стреляли по окрестностям охотятся на покемонов. Мальчик передан под арест государства. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 95 копеек, евро 73 рубля и 65 копеек.
создание воздушных центров войска России. Владимир Путин поздравил личный состав ветеранов ВДВ, сообщила пресс-служба Кремля. История крылатой пехоты, писалось в мужестве, если не верят в коммунизме, и тем, кто готов к серьезным испытаниям и выполнению самых сложных задач, кто бережно хранит закон и нарушил боевого братства, приводит пресс-служба к здравительному слава Путина. Важные торжественные мероприятия начались в 6:30, божественные итоги в России. Пророка, 8 часов, там в Ильинской, на Красной площади, начинается праздник, на Красной площади. Как сообщили данные, в столичной госавтоинспекции движение в центре Москвы в связи с празднованием Дня ВДВ ограничено из-за проведения массовых мероприятий до 16 часов дня в районе по улице Ильинка, от Биржевой до Красной площади. Последний раз Гражданин Суд опубликовал на своем официальном сайте график рассмотрения исков у двух представителей российской службы на отстранение от участия в выборах 2016. Документы упомянуты 22 индивидуальных иска и 1 федерация. В частности, сегодня должно быть принято решение о допуске их выступления в Рио-де-Жанейро главцов Владимира Морозова, Никиты Лобинцева и Юлии Нефимовой. Они подали иски к Международной федерации плавания с ФИФА Российской Федерации. Тяжелые атлетики должны решиться завтра. На данный момент в Олимпиаде допущено около 270 наших олимпийцев. Окончательная заявка должна быть зафиксирована в спецкомиссии ВОЗ до 5 августа. В этот день в Бразилии в стадионе Маракана состоится церемония открытия игр. Группа вооруженных людей схватила лечебницу Нилова Устинь в Бурятии из-за возникшего конфликта интересов собственников учреждения. Об этом говорится на сайте регионального МВД. Сообщение о конфликтной ситуации поступило в полицию сегодня около 6 утра. В результате отдыхающие персонал не могли попасть в здание. После разъяснительной работы неизвестные покинули помещение лечебницы. По факту случившегося проводится проверка, ситуация находится под контролем, лечебный процесс там установлен. Отмечается, что задержанных осуществляется предмет арести. Крупная авария с участием трех автомобилей на Минском шоссе в Подмосковье унесла жизни трех человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщил Интерфакс, сотрудник в экстренных службах. Подмосковье была в Кемере. Аварии. Там уточнили, что она произошла на 54-м километре автотрассы. Сообщается, что на Минском шоссе из-за ДТП в направлении к Московской области образовались большие пробки. Кандидат президента США от Демократической партии партии Хиллари Клинтон обещает республиканцу Дональда Трампа на
Thank you.
такого вещества. Что это такое, я не знаю. Но острая, как бритва. Я попытался один кусочек отковырнуть. Моментально порезал руку. Острая, как бритва. Заехав на такой участок обочины, гарантированно будет порезана резина. Не знаю, это будет видно или нет. Но еще более опасно это в зимнее время. Малейшая пробуксовка в момент старта гарантирует вам повреждение колеса. Будьте очень осторожны. Останавливался, чтобы протереть, помыть лобовое стекло. Обратил внимание, что на обочине какие-то блестящие фрагменты, какая-то фракция непонятная. Что это такое, не знаю, но острее стекла битого. Пока один фрагмент выковыривал, резал палец. То есть очень опасно съезжать на обочину. Тем более, не дай бог, по ней ехать. Колесо пробьете в момент. Основная, ну, торчат вот эти вот фрагменты, как айсберги. Основная масса в песке, в земле, на поверхности торчит. Острое, говорю, как стекло, осколок, или осколок, или как, очень острое, не дай бог. Если зимой, например, ехать на обочину, а потом стартовать, то огромная вероятность, что колесо можно порезать, резину можно будет повредить. На обочину лучше, наверное, лучше всего съезжать там, где места для отдыха специально оборудованы, если такие есть. Но их очень мало. Их очень мало. Я просто удивился. Чуть прикоснулся, смотрю, кровь пошла. Ничего себе.
километр над Пермь, на Киров, 120-й, заправляем в Ломки, любые, 28 рук. Там круглосуточно. Поворот на Пермь. До Перми 330 километров. Это дальнобойщик предупреждает. Все, аккуратно упало. Да, я один раз там в Воронежской области ураган был, блядь. Еще узко, блядь, туда на получавшу. Встречка только проходит, я сзади, а на меня топор падает. Я влево как пизданул, блядь.
дорога на Пермь? Мялки были, не катались, а дочки были. Ну, по дороге пожили там, где 2-3. Вроде ничего мне нравилось. Жена говорит, не нравится, что-то там, ничего хорошего нет. Я говорит, ездим в это, на Кавказ, как это называется. Я не знаю, время будет, ездим. А я не хочу ехать сюда. Год назад я ездил, я туда возил, оттуда порожняком, с Краснодара груз брал. Ну, короче, нормально, покупали, мне понравилось, я там в Артыке был, когда-то Щеглом был там, полазил, похвалил. Нормально, блин, а жена, говорит, как-то там пустынно, говорит, спите, говорит, кругом, говорит, как-то в Казахстане, говорит, не нравится, я, говорит. Лучше в этот ездить, оттуда, за Сочи, как это сейчас туда все едут, на Кавказ куда-то. Да, в Абхазии, блин, говорит, там весь народ едет, красота, все дела, говорит, давай сгоняем. Ты кто знает, я походу из противника. Я хочу заметить, побольше ты не просто, наверное, так. Thank you.
Продолжаем движение в сторону Перми. Ну, дороги сами видят, никакое. Да, местами выполнен ямочный ремонт. Местами где-то заменили полностью полотно дороги. Где-то и в данный момент идет замена дорожного полотна. Но ожидать, что все колдобины, ямы будут заделаны, ну, было бы по меньшей мере наивно ожидать. Вот эти вот нежданчики, чем они опасны, потому что расслабившись, двигаешься там на какой-то скорости, и вдруг перед тобой появляется колдобина яма или какой-то бугор или еще что-то. Ну, это, конечно, страшно. Поэтому от Кирова до Перми расслабляться бы я не советовал. То есть нежданчики на дороге остались, никуда они не делись. Ну, бог с ним. Ну, что-то уже сделали, да. Где-то залатали, где-то подремонтировали. Как я уже говорил, где-то уже положили новое полотно, где-то в данный момент кладут. Еще август, сентябрь, наверное, еще и в октябре. Ну, я говорю, наивно было бы ожидать, что за месяц, со дня моего проезда здесь, все бы это сделали. Ялки были, не хватали, феодосики были. Ну, по дороге пожили там дня 2-3. Вроде бы ничего мне не нравилось. Жена говорит, не нравится, что-то там ничего хорошего нет. Я говорю, ездим в это, на Кавказ, как это называется. Я говорю, не знаю, время будет, ездим. А я не хочу ехать сюда. Вы ездили? Да, вот как раз год назад я ездил, я туда возил, оттуда Порожняком, с Краснодара груз брал. Ну, короче, нормально, покупали, мне понравилось, я там в Артеке был, когда-то щеглом был там, полазил, похвалил. Нормально, блин, а жена, говорит, как-то там пустынно, говорит, спите, говорит, кругом, говорит, как в Казахстане, говорит, не нравится, я, говорит, лучше в этот. Ездить вот сюда, за Сочи, как это сейчас сюда все едут, за Кавказ куда-то. Вот, да, за Абхазию, блин, там весь народ едет, красота, все дела, говорит, давай сгоняем. Я не знаю,
дороги сам не имеет никакое. Да, местами выполнен ямочный ремонт. Местами где-то заменили полностью полотно дороги. Где-то и в данный момент идет замена дорожного полотна. Но ожидать, что все колдобины, ямы будут заделаны, ну, было бы по меньшей мере наивно ожидать. Вот эти вот нежданчики, чем они опасны, потому что расслабившись, двигаешься там на какой-то скорости, и вдруг перед тобой появляется колдобина яма или какой-то бугор или еще что-то. Ну, это, конечно, страшно. Поэтому от Кирова до Перми расслабляться бы я не советовал. То есть нежданчики на дороге остались, никуда они не делись. Ну, бог с ним. Ну, что-то уже сделали, да. Где-то залатали, где-то подремонтировали. Как я уже говорил, где-то уже положили новое полотно, где-то в данный момент кладут. Еще август, сентябрь, наверное, еще и в октябре. Ну, я говорю, наивно было бы ожидать, что за месяц, со дня моего проезда здесь, все бы это сделать.